Один человек погиб, еще семеро пострадали. Смертельное ДТП произошло на трассе Благовещенск-Свободный 6 сентября. Две легковые иномарки столкнулись недалеко от села Новинка Благовещенского района. После сильного удара одна из машин загорелась. В тушении были задействованы специалисты регионального центра ГЗ и ПБ. По факту аварии устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте ЧП работала следственно-оперативная группа. В Белогорске стартовало строительство домов под дальневосточную ипотеку. В городе заложили фундамент под возведение дома на 65 квартир. А к 2023 году в центральном планировочном районе муниципалитета запланировано построить 5 многоэтажек почти на 400 квартир. 10 населенных пунктов Амурской области остаются подтопленными по состоянию на 7 сентября. Вода остается в Благовещенске, Белогорске, Благовещенском, Ровненском, Ивановском районах. Также подтоплены 6 участков автомобильных дорог в Сержевском, Ровненском и Зейском районах. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18:30.